Готовлю быстрый обед или ужин, но кому как нравится. Только заранее нужно отварить картофель, это самое долгое. Остальное все быстро, элементарно и просто. Желаете, посмотрите, что понадобится. Количество продуктов вы выбираете сами. Я сделала 5 картофелин, ну, примерно вот такие вот. Взяла овальные, сварила в подсоленной воде. Что теперь делаю? Разрезаю на половинки. Вот видите, какая осталась тут. Ну ладно, я здесь немножко вырежу, ничего страшного. Вот видите, такие, серединка подпортилась. Так, теперь вот здесь вот тоже обрезаю немножко, ну, чтобы она устойчиво распределилась на блюде. Я буду делать в микроволновке. Можно это сделать в духовке, положить на противень, я на тарелочку. Вот эти обрезки не убираем, складываем в отдельную тарелочку и разминаем вилочкой. Хорошо вилкой размяли, ну, я потом домну. Дальше что делаем? 100 грамм сыра, 100 грамм ветчины. У меня ветчина рубленая. Меня спрашивали, какую вы ветчину покупаете. Покупаю очень редко, но когда бывает, просто захочется. Ну, это вот такая наша алтайская. Так, сыр нарезаю соломкой. Ветчину тоже соломочкой. Примерно где-то около 100 граммов сметаны. Немного соли по вкусу. Перец по вкусу. У меня черный перец. Чуть-чуть прям так. Горчицу. Горчица у меня домашняя, как всегда. Недавно сделала, очень такая ядреная. Ну, где-то чайную ложечку, даже, может быть, с горочкой. По вкусу, если она у вас магазинная, не очень такая терпкая, то побольше. Так, перемешиваем. И сюда же пойдет вот этот вот картофель. Хорошо только его нужно размять. Либо через терочку перетереть. В общем, сюда вот все помещу. И еще прям вилкой или как-нибудь. В однородную массу это дело сделать. А теперь кладем ветчину на каждый кусочек. На ветчину соус. Сверху кладем кусочки сыра. Сыр можно потереть на терке, если пожелаете. Готово. Теперь тарелочку с этой всей красотой помещаю в микроволновку. В микроволновке до расплавления сыра ставим, ну, где-то, может, минутки на 2. И все, ждем. Готово. Сыр расплавился. Я еще добавила 2 минутки. В итоге у меня 4 минуты. А если вы пожелаете, чтобы корочка была румяная, поджаренная, то приготовьте это в духовке. Немножко позеленим. И вуаля, можно уже кушать. Ой, сырок еще плавится, горячий, красота. Да-да-да. Все очень быстро и вкусно. Соус просто замечательный. Так что очень быстрое блюдо можете приготовить. Картофель заранее отварили, в холодильник поставили, вечером пришли и сделали быстрое блюдо. Да, я думаю, даже можно и на праздничный стол, так как закусочку предложить для гостей. Всего доброго, быстрых вкусных блюд. Пока-пока!